вот уже в который раз такое удачное и четкое исполнение этого сложнейшего прыжка в 3,5 оборота. Имя ему Аксель. Оценка за тройной аксель 11,20 балла. Алиса Двоеглазова, первый прыжок. Оценка за элемент 2,95 балла. Алиса Двоеглазова, второй прыжок. Оценка за лут 4 оборота 11,88 балла. Софья Муравьева, второй прыжок. Софья Муравьева, 10,67 балла. Финал личного турнира проходит Софья Муравьева. Встречаем следующую пару, Камилу Малиева и Софья Акатьева. Камила Малиева, первый прыжок. Блестящий исполненный четверной тулуп. Thank you.
Оценка за элемент 13,93 балла. Софья Акатьева, первый прыжок. Оценка за тулуп 4 оборота 13,30 балла. Софья Акатьева, второй прыжок. Легко, очень легко и очень чисто. Софья Акатьева, четвертой тулуп. Оценка за элемент 13,30 балла. Камила Валиева, второй прыжок. Четверной тулуп Камилы Валиевой. И какое прекрасное продолжение после него. Финал уже совсем близко, совсем скоро мы узнаем, кто же пройдет в финал. Камила Валиева, оценка за элемент 13,60 балла. Финал личного турнира выходит.